Антон, как формируется такой характер? На самом деле, как сборы прошли, там потерпели где-то. Наверное, может быть, это сыграло. Не наверное, я думаю, это сыграло какую-то роль свою. Опять же, потом мы играли в свой футбол. При этом, да, пропустили быстрые, ненужные нам голы, но при этом остались на той же волне, играли в свою игру, пытались находить моменты, обостряли, поэтому не потерялись, и футбольный бог наградил нас. Сборы, может быть, помогли, да, становлению характера за счет своей работы, но была какая-то нехватка вот этих официальных минут именно, и вот начало, не сложилось такое впечатление? Ну, честно говоря, было волнительно, на самом деле, так, с Лиги Европы, в Ницце. Так, на самом деле, было волнительно, признаюсь. Поэтому, не знаю, рад, что выиграли, позитивные эмоции. Сейчас в Москву вернемся, потом подготовимся, дома встретим их. Готовились к Ницце, было много теоретических занятий. То, что увидели, то и ожидали? Да, абсолютно, на 100%. Ну, какие сильные качества, как характеризуешь? Ну, во-первых, это владение мячом. Со всеми командами, с кем они играли, это владение мячом, они больше всех владели мячом. Но при этом без особого обострения, как-то без... Ну, фланги, вот единственное, это тоже фланги. Вот у них справа, слева хорошие. Поэтому вот старались закрыть центр, насытить центр, и уже пускай отдают во фланги, там уже встречать их. В принципе, мы сделали это, я считаю, значит, правильно, что так сделали, и... принесло свои плоды. Марио сильный? Ну, в своем стиле. Какой момент матча переломный? Ну, вот был момент, когда было 2-0, и они поддавливали. Вот когда вы поняли, что можем, должны? Не знаю, после каждого гола, который нам забивали, я видел и чувствовал как-то, что никто не потерялся и руки не опустил. И как-то, может быть, даже это наоборот как-то где-то нас, не знаю, дало нам по голове. Мы проснулись. Палыч не признался, но, может, ты скажешь, в раздевалке он кричал или был спокоен? Спокойным. Как удалось все-таки, вот вы вышли на второй тайм, и вот в какой момент вы уже поняли, что все, у них нет сегодня шанса? Вы забрали мяч и все. Ну, опять же, красная карточка сыграла свою роль, это безусловно. После нее стало легче играть, но при этом я понимал, и мне кажется, партнеры, что нужно еще больше работать, чтобы не потерять вот эту вот нить. И не знаю, наверное, на этот момент тоже я много не забил там, еще ребята. Не знаю, наслаждались, я считаю, сегодня всей игрой, и поэтому это радует, что от игры мы получаем удовольствие. Мне посчастливилось смотреть футбол вместе с вашей Лешей мамой. Это фантастическое понимание футбола, каждую секунду. Тут перехват, тут додавить, тут вот подстраховать. Как это вы научили такому? На самом деле, вот с каждым, наверное, годом мы понимаем. Сначала она вообще ничего не понимала, даже офсайд, кто где. Сейчас вот ты мне говоришь, что она что-то где-то понимает. Но я рад, честно говоря, что мама вообще в курсе. И, это только радует. Вы с Полей не видели, где мама сидит? Нет, я даже не искал, в принципе, потому что достаточно много людей было, но не увидели ее. 3-2 в гостях, это все? Ответный матч для нас и для них, будет интересно приходить на футбол.